Сообщение об угоне машины из двора на автостроителе поступило в полицию примерно в половине 11 ночи. Звонил шокированный владелец автомобиля Нивы. Будучи дома, он услышал знакомый звук мотора. Выглянул в окошко и в окно и увидел, как его машина отъезжает от места, где он ее оставил. Звонив в полицию, выбежав на улицу, мужчина увидел, что машина проехала в карман возле дома по улице Московской и не сумел совершить маневр, совершил столкновение с иномаркой. На месте ДТП угонщика и задержала полиция. Житель Мелькесского района, ранее судимый, он пояснил, что угнал Ниву просто, чтобы доехать из города до дома. Ведь автобусы в это время уже не ходили. А ничего другого законного придумать сельчанин не смог. Арина Макарова, Виталий Немов. Новости Димитровграда.